Скажите, пожалуйста, у вас лицензия есть? Есть, давайте посмотрим. Лицензии на продажу алкогольной продукции в этом магазине, который находится на улице Завидная, не оказалось. Многочисленные жалобы местных жителей послужили поводом явиться сюда с рейдом по алкоконтролю. Сотрудники отдела экономики и потребительского рынка Ленинского района пару месяцев назад уже проверяли торговую точку и изымали алкоголь. Но, кажется, хозяев это ничему не научило. Как продавали, так и продают. Предприниматели продолжают торговлю алкогольной продукцией. Был выбит чек от ООО, это штраф может достигать до 500 тысяч рублей, а также конфискация всей алкогольной продукции. Сегодня мы обнаружили на складе и на витрине более 300 бутылок разнообразного алкоголя, как крепкого, так и не очень. Весь алкоголь будет изъят, будет составлен протокол об административном правонарушении, и предприниматели будут привлечены к ответственности. Нарушений здесь больше, чем достаточно. Кроме продажи алкоголя без лицензии, предприниматели торгуют фальсифицированным товаром, реализуют спиртное после 23 часов, в том числе несовершеннолетним. Но таких точек в районе много, и ежедневно, проводя рейды по алкоконтролю, сотрудники администрации совместно с органами внутренних дел стараются пресекать деятельность подобных магазинов. Сейчас покупателям неизвестно, в каких предприятиях разрешена продажа алкоголя и какого оно качества. Однако с 1 июля этого года мы сами сможем узнавать всю необходимую информацию о купленной алкогольной продукции. Это стало возможным благодаря внедрению единой государственной автоматизированной информационной системы. К основному чеку теперь кассир должен выдавать дополнительный со специальным QR-кодом. В данном случае мы видим, что данный магазин подключен к системе ИГАИС. При сканировании стандартным сканером QR-кодов переходим на сайт Федеральной службы и выходит информация о магазине, в котором мы приобрели товар, номер чека, а также информация о проданном товаре. То есть здесь указана непосредственно бутылка вина, кем она была завезена. Информация на сайт Федеральной службы поступает буквально через 2 минуты, где-то быстрее через минуту, где-то через полминуты. Те предприятия, которые на 1 июля не будут подключены к единой системе, будут лишаться лицензии на торговлю алкогольной продукцией. Для каждого бизнесмена немаловажно, чтобы у него самом знал, что он продает, откуда он продает, откуда он получил. И, конечно, покупатели будут знать, и за 3 минуты с любого смартфона можно проверить, что он покупает, какого количества, где было произведено. Ну, вся информация в QR-коде, она есть. Если же, начиная с 1 июля, при покупке алкогольной продукции QR-чек вам не выдали, смело сообщайте об этом в отдел экономики и потребительского рынка администрации Ленинского района. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.